Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатное крепление для камер заднего вида от компании Geyser, модель CA813. Поставляется крепление вот такой вот упаковочки. Оно предназначено для установки на автомобиль Cherry. Давайте откроем наше крепление и вместе соберем его в полную боевую готовность, так сказать. Камеру установим на данное крепление, покажем, как это все устанавливается. Так, в комплекте у нас само крепление, то есть в комплекте у нас само крепление вместе с плафоном для подсветки номерного знака. Ну, в принципе, оно и устанавливается в плафон подсветки номерного знака заднего. Вот. Два винтика и двухсторонний скотч для фиксации на посадочном месте данного крепления. Для полного комплекта нам нужна еще камера. Камера может быть не только гейзеровская, ну, в том числе, конечно, и гейзеровская, но и другие производители также могут быть установлены на данное крепление. Вот. Давайте мы посмотрим, как это все собирается. Так, здесь у нас идет с камерой площадка для фиксации, но в данном случае она нам не понадобится. Нет, вот так вот это все делается. Вот. Ну и сюда нам осталось только закрепить винтики. Что мы и сделаем. Ага, винтик у нас этот не особо достает, так что мы берем винтики из комплекта, которые идут вместе с креплением. Так, ну здесь все надежно фиксируется, потому как винтики длиннее, эти идут. Вот наша камера полностью готова на установку в автомобиль. Вот так вот все собирается. Далее уже подключается питание на камеру, к монитору идет питание. Но, в принципе, суть именно вот такая вот. Дополнительные характеристики и стоимость креплений и камер заднего вида вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.